нам необходимо реализовать систему риск-менеджмента. Нам необходимо понять, каким образом мы будем принимать на себя риски. И самое главное, какие риски. И здесь, как вы помните, мы задаем себе один единственный вопрос. Если рынок пойдет против нас, сколько мы готовы потерять в предстоящей сделке? Вот на этот вопрос у нас должен быть абсолютно четкий ответ. Сколько мы готовы потерять в предстоящей сделке? Посмотрите, у нас три входа. То есть потенциально мы можем заходить в рынок в трех точках. Сколько же мы готовы потерять в одной сделке? Я предлагаю установить это значение на уровне 1% от капитала. Вы помните, что эти значения могут колебаться в пределе 0,5%, там 1-1,5, ну максимум 2%. И давайте мы с вами не будем превышать уровень риска и возьмем это значение на уровне 1% своего капитала. Если сработает стоп, мы готовы потерять 1% своего капитала. При этом помните, что у нас целых три входа. Консервативный, умеренный и агрессивный. И далее пункт плюс 6, дневник сделок, завершающий. Мы, естественно, должны вести свои торговые записи. Мы это будем делать в том файлике, который я вам уже показывал. Теперь нам осталось придумать себе размер капитала. Пусть это будет 100 тысяч. Ну, в нашем случае мы торгуем компанией Apple. Она меряется в долларах, и поэтому представим себе, что у нас капитал 100 тысяч долларов. В настоящий момент это не принципиально. В итоге мы результат будем оценивать в процентах, поэтому нам здесь не важно, какую сумму брать. Главное от чего-то отталкиваться и видеть динамику изменения. Теперь у нас все готово для того, чтобы начать проверять нашу торговую стратегию. У нас есть то, чем мы торгуем, как определяем тренд, есть точка входа, целых 3, есть точка выхода, есть размер позиции, мы рискуем в сделке 1% капитала, есть капитал и есть дневник сделок. Мы полностью готовы для проверки торговой стратегии. Ну и еще одно замечание. Сейчас мы имитируем торговлю, да, то есть мы представляем себе, что мы переместились в прошлое, будем потихонечку открывать будущее и представлять, что мы совершаем сделки. Единственное, как мы можем проверить нашу систему, это просто механически следуя сигналам. Почему? Да просто потому, что мы тестируем систему в прошлом, и мы не знаем, какие там были новости и как бы мы их восприняли. Ну и при этом нужно понимать, что если мы вот так жестко прописали наши принципы, то нам, в общем-то, и все равно, что там выходило, какие новости, какая политика была, потому что у нас есть четко прописанные правила. И мы этим четко прописанным правилам будем следовать.